Ладно, ну Нормально, починку дам, Сергей. где ты? Иди сюда, Ром. Алло, мы уже Где? Сколько заходит рога? Парни. Это миленький, смотрите, сейчас будет этот, как он а называется? Грозовой, шоковый. Блять, не помню. Будет шоковый, отбегай. Можете уже отбегать. Он меня спасает. Мина, я пойду похлопаю. Ах. Уже похлопал. Опа, отбежали. Ну я просто похлопаю. Сколько сдохнет? Но. Понял. Там ожидаемо, он просто не шарит. Да, катала, не шаришь, да? Все, ну, взяли. На щелика взяли. Нет, так он-то не здесь, все просто. Не ебет. Он должен знать. Да он не был просто ни разу. Тебя ж кое-что тоже взяли. Да что, у меня и так, блядь, 200 голды нахуй на шамане Рома, блядь. Я тебе так, блядь, последний отдал. Нахуй. Смотри, делаешь квесты на ТГ каждый раз с этими, и ты получаешь 500 голды халявных каждый день, и все. Изи голда. Короче, на Кильдонасе тоже делаешь тоже 500. Халявные скобочках 30. Я на Кильдонасе, блядь, фармил шоу. В скобочках минус нервы. Я сегодня на Кельде завара сделал минут за 20 все квесты, и никто ни разу не сдох. Мне проще лоты за 5 минут собрать и косарь получить. Ну да, а ну еще да. Зельку сделать, 5x10 прокнет и вообще да. Шоколад. Ну и все, ну, согласен. Лотос не 5 минут собирается. Да. 5 минут. У меня нет. 5. Там... У нас есть чит за 5 минут. Лотос. Это просто у нас чит, расширку свою, блин, пожамкали и все получилось. Кого пожамкали, бля? Это расширка. Трашишь. А пацан не любят там по трошишкам гонять. Бырните рогу, чем лежит. Пускай лежит, чё. Пусть лежит. Там-то некуда быр есть. Потом оставим этого на Йоксарона. Кулак по варам заебали. Чай, тебе подожди, дам приколюху одну. Чекай. Чекнул, да? Крестик тебе. Кулак дай. Пьянь. Блять, крест же лучше, он тебе ману регенит. Ага, снял крест. Вот был бы этим Эльдаром, регенил бы себе ману с этой. Не православно. В смысле православно, блин? Все само то. Я мусульман, блять, реально. Все как Иисус настоял, хули ты хочешь. Не, он снял крест, я говорю, не православно. Таня, ты принял ислам? А, понял. Давно? Когда успел. Только что. И как? Большого убить. Бля. Опустите его. А, я же пофиг. Так нельзя, ох, нельзя ж там у них там Саня свинину жрать же, ну типа. Можно им свинину жрать? Веган, что ли? Веган, что ли? Им нельзя жрать свинину по мусульманской можно. Вере. Нельзя. Нельзя. Блядь. Можно. Да. Там вы не читали, блядь? Вы полностью мелкий шрифт читаете, блядь? Там сухим молоком написано, подогреть надо, да, чтобы видеть, блядь? Не, там можно жрать, если, типа, есть опасность для жизни, можно жрать. Сейчас надо занять всех одновременно. Ясно, чем Слава занимается на работе. Да. Просто представь, что есть опасность для жизни, жри свинью сколько хочешь. Вниз сыграйте, в голову сыграйте. Просто, вниз, блин, голова. Туловище стопните. Представь, что ты без нее жить не можешь, все, никто тебе ничего не сделает. Все, в голову туловище. Минус! Сова! Туловище. Нет. И два хила, да? Хорош. Я наблюдаю за тем, все, нормально. Жили мы ровно нахуй. Я анонсил, не надо грязи, я смотри, сейчас осколок будет, отвечаю нахуй. Не будет сколько Саня? Никогда с ним не Гера же. О, смотри, тринька какая. Кому надо с паладину? О, это мне надо. Не можно. Ну, кстати, вот это пизда. Давай паролем. Это пизда. А, нет, тропили не надо. Давай паролем. Не надо она. Алло, тропили. Она мне не нужна? Да, ты чё? Забирай. Нормально. Тебе карта плюс за ОД. Тринька. Да это лоховские трини. Кому да отдать нахуй? Балнар. Ну вот лоху и отдай. Да, дай лоху. Балнар отдай. Запоменяй ее. А, я забыл, что у меня карта. Ладно. Ну. Есть хоть Дживс? Я карта. Ты там много курил за хрен еще? Трампила трейд. Я два куска. Куда-то пахаться?
в этот, блядь... Оранжерея. Обвалившаяся галерея на него. Оранжерея, дай бойся. А, да, галерея. Петров, уберите своих, нахуй. Они сейчас полностью сагрят, нахуй. Пояс, блядь. Там трэш надо чистить, пояс. Ну ладно, Свезок, Саша, с осколок будет, отвечаю. Да уже он все равно на этой неделе не сделает, даже если Свезокса будет забить. Да похуй, но все равно, типа, ну... Почему у него будет? Ну потому что ему надо было выбить два осколка, то ёлка. А сколько осталось? Если он на этой неделе не сделает, на следующей неделе мы уже пойдем в одну льду, а не в две. Ну да. Нет, если сейчас Свезокса упадет, то уже не сделает. Ну, да. Кстати, да, если Свезикса выпасть, мы можем реально Алгалонер заебашить, а потом Йога убить, или так не работает? У него 27 осколков, нет? А, 27. Ну, тут там уже очередной спорт. Это другого бейте, блядь, у которого фулл хп, нахуй, или что, блядь? А разве нельзя сразу два волонера сделать в одном инсте? 158 волонеров можно сделать еще, да, чисто справка, блядь. Ну и все, хули мы тут это... Вала ебем, да? Да. Хули мы за одним-то ходим, ну. Ты на туре будет занать сейчас два осколка. Нормально, ты это придумал. Скинемся, выйду на карточку. Скидывай еще, мордан. Могу скинуть столько с обрыва. Нормально. Давай. Получше на ПК ему скиньте бабок. Суицид не выход. Еще как выход. Это вход. А, согласен. Вход на выход, блядь. Скрета поберите, большого этого бить не будем. Ну, да, пойдем слева. Убить. Что-то, блядь, подвисло. Сейчас проверим, попадут джага, нет у него. Джага попадешь? Да. Потом ты знаешь, куда попадешь? Вот как в самый старфол хочется поражать, так у меня там тут раз Зуломаныч нахуй побежал, блядь, то ли на Везоксе, то ли где. Че, Войт, будем Везоксе в хэме? Грипануло челика просто, блядь, через текстуры, нахуй. Конечно, хэм. Только напиши слава всем это, чтобы Везоксы не били, иначе там, конечно, Рога после всех пошотает. Причем это Рога сделает? А одна уешка и минус все сринт пары. Какая у Роги уешка? Гадюка? Вер. А, гадюка у него есть? Нету. А, че, ну че он даун, что с веером бить одну цель, нахуй? Ну хуй знает, мы-то его не знаем, блядь. Ты в Диси катала, не? Мне что-то... Перестраховаться-то надо. Перестрахов очка, как бы. Кало вроде не в Дисе. А, так надо загнать его. А кто такой Рос? Рос-сменник на игровой? Это паладин пук. Вот первым череп убиваем. Вы пугов добирали? Да, тут по три пуга, нахуй. Есть что, блядь, только проснулся, нахуй. Ну, типа того. А серьезно? Пиздец, скринж. Ну, типа... Что-то... Ебать, ладно. Ты не верил об этом самое. Не верил, а это брали. Не верил. Давайте бить нахуй, ебаный в рот. Давайте да, нахуй. Пожалуйста. Спрыгните вниз там. Че вы делаете? Ебать, я понял. Миддер, алё, спрыгните. Стан дал приверженцу, быстрее его зергайте. Романту дал стан. Пироманта вон убивать, он тоже вроде сам покидает. А массакру дал. Вышел из контроля. Мака. Я дал ему стан. Мага раз, с ледяного разъебывать. Кстати, ему сало кто-нибудь. Все, он сало кинул, нах. Сейчас... Начнется без оглядки. Отрезал у себя кусочек. А, кинул. У кого есть горное дело, точно же. Так, этот маг законтролишь звезду в овцу. Ну и кружок кто-нибудь киньте там, этот чин. Плюс в чат, у кого горка. Этот... Покаяние нахуй или эту хуйню, да. Ну, приверженцу, да. Приверженцу стан сразу сходу. Стан. Ну, вот по одной разбирайте. И разъебаю. Один бидон, один диск. Диск. Подожди, да. А разве у этого не было, у Транквилы? Нет. Не знаю. Илюха, да. У тебя горка была? Тебя ничего не слышно, если что. Он ебал рот, чтобы разговаривать. У меня была горка, я ее забыл. На присте. А, вот. А голову ты дома не забыл? Нихуя ты, блядь. Да, Витя, ты чё такой агрессивный, блядь, кстати? Так, звезду маг законтролит. Череп. Череп в первую очередь бьем. Ну я там могу стан, Глеб, да, этому? А, сап там.
Ну Мак, и кружок. Бейте. Кружок кто-то законтролите. Если вы хотите сало ловить, то я понял вас, нахуй. Сало? Украинец заинтересовался сразу, блядь. Не, я сало не ем. Че, не украинец? Мусульманин? А при чем это, тут? Это харам, мужики, вы не при чем тут украинец и сало? Ну. Бля, ну при чем? Да разговаривают этими, блядь, стереотипами чистыми. Мемы, блядь. Бля, хлопцы, что вы так и кажете? Я вас не разумею, нахуй. Ух, ебать, что, блядь, поехало. Кукрыник съебаный. Чел, ты в Крыму живешь, дружище. Хоть ты распизделся, блядь. Бля, давайте откроем учебник истории, глянем, чей же Крым на самом деле. Правильно. Турецкий, блядь. Да. Турецкий, блядь. А, вот именно. Так что ебальники на ноль вообще там. Че турецкий? Жете. Да, по факту там стадайте. Что ты сказал? Ты в курсе, что историю? Че сказал? Бала завали. 200 лет переписывают, ты про какую-то там учебники говоришь. Я думал, сейчас Слава скажет, ты че нахуй, ебанутый Крым наш. Блин, не знаю, че ты так уверен был. У кого горное дело есть, тронить руду? История это серьезная вещь, нахуй. Да, поэтому она переписывается каждые 100 лет. Не каждые 100 лет, нахуй, я тебе скажу больше, блядь. У нас он вообще хотят историю переписать, что Второй мировой войны нахуй не было, блядь, так что парни не переживайте. Она переписывается, блядь, она каждую секунду переписывается, блядь. Хохлонацисты, блядь. Нахуй поставь каждый сам себе. Групповая вроде. Ваня Ресни. Групповая? Собрали уже все, блядь, что вы хотите? Гоша Ресни, ебаный урод. Нет, мы собрали, вон Тур Дубская собирает приз, да. Который из пятой пати. А, вот. Спасибо. А нахуй вы это делаете, блядь? Ну все уже, че. Я понял. Бейте моба и вайпайтесь нахуй. Бичи ебаные! Моба, убейте. Сбейте кассу. Там гадюка, походу. Этот... Отойди от босса. Фонтане убейте. Да тихо нахуй. Отойди от босса, отведи на ком там этот моб. Моба бейте и потом моба добейте, который вот этот возле босса стоял. Вот и моба теперь добейте. Сейчас упадем заново, начнем. Да. Травист молодец. Диван, дайте палы в кого-нибудь. Или тут так не срабатывает вайт. Может быть, да. Мы не будем. Я крест. А, нет, у меня крест КД. Это сбегитесь в одну точку, чтобы там... он нас пошотал, нахуй. Не бегайте по комнате, как бичи, нахуй. Вон там, пусть Хела поднимется и даст. Ну, хоть окрестка, да? Вот встаньте звезду все, сбегитесь, меня сейчас нас убьет. А там у всех, кроме тебя, шаманов есть вставалки. Закрой. Спиной к боссу еще встаньте. Хорошо. Ладно, не сбивайте, сука. Что вы делаете, нахуй? Как-то сбил. Он так долго убивает людей. Он долго будет убивать, нахуй. Кстати, подскрушение просто все. Сейчас метка просто... появится, просто стойте в одной точке все. Да не сбивайте выказ. Вон крестик, сбегитесь крестик, нахуй. Да завтра тут сидеть хотите? Вообще ваха. И так этого ебана сейчас в хэйме бить, нахуй, опять-таки пули зеленую ждать, нахуй. Ну, там хули ждать 2 минуты, нахуй. Да заебется ждать. Это надо было потом бичу, блядь, спулить, нахуй. Петами там легко еще залупай свои, пиздец. Ты петов-то не трогай, нахуй, петы ни при чем. Петы, нахуй. Какие петы, нахуй? Петы, нахуй. Сколько видео скинуть, я посмотрю, не буду. Там просто типа протянуло и все. А твоих петов скину, нахуй. И улетел, считай, на босса. Это. Давай сразу, нахуй, ту тилар в танка, нахуй, и все, нахуй. Я понял. Потому что там сорвут, нахуй. И то, что он в танка спекнулся, это не значит, что босса можно бить, нахуй. С него тоже можете сорвать. Босс не таунтится, нахуй, смотри, чтобы проблем не было. А куда там, бля, вестибюль, я не помню. Какой нахуй вестибюль, сейчас мешка поставим, блядь. Обвалившийся. Да, да.
Хук скаф, шкаф точно есть. Давай хук мастер шкаф. Мне пора домой. Вы резаете хоть? Ну, кстати, а что если взять еще PvP-шную трипу на крит на Элема, нахуй, а? Ну, как хочешь. Ну, если у тебя одно говно, то можно взять. Ну, типа, может, у меня этот, ОД-шная хуйня на меткость СПД прожимная. Это супер кал. Вот, да. Но она, мне, но она мне, да, она мне до хуя меткости добивает, так что... Типа, а второй у меня гром с ТТГ, блядь. Тогда проще взять лучше этого. Подожди, а там же есть техника с меткой. Короче, идеально было бы вообще трубу выбить. Да везде. Не, ну типа ТБЛ же плюс башка, но это быстрее. Башка же пизже вроде, чем труба, не? Нет, труба она постоянно дает. Ты и с острова. А башка и ТБЛ просто бустят. И запами смог бы набить. Ну у меня труба обычная есть. А, нихуя, я ее распылил, блядь. Я просто выбил бы себе, но я не хожу, я только арте хожу. Если будет целка десятка легеровская, то надо бы сходить. Так, хэлло, вот ассист. Ну, короче, третья, четвертая пати на рже и хилы, кроме одного какого-нибудь пала. Какой-нибудь один только подбосс. Алёх, подержи частицу на Глебе. Не, а так-то, в принципе, лучше поносить, если выпадет этот труба, то, мне кажется, тогда будет гром плюс труба, да, надо будет брать. Ну, как там бы, да. Дело твое. Если есть крита, как бы достаточно, то можешь... Критами только 45%. Может, так, чешку нахуй. Примерно вот тут рейд стоит, смотрите, не споткнитесь, когда будете бегать. От стрелы лево-право бегаете, а метку крест выносите назад от рейда. На такое расстояние вот. Не, ну чешка, да. Значит, чешка, на пол, на тутилара босса не бить. Этот маг, ДЦшник и Чирина в Дисе, пал который, ни бури, ни освещения, ничего не тыкай. Просто стоя в автоатакой бей. Слышишь? И печать повиновения тоже. Ага, там. И печать повиновения тоже. Ну, тут, да, тут одиночная печать. А если у тебя 2Т10, то тоже снимай нахуй. Все, вон тут Тилар танк. Насчет не, 3, не надо 2Т10 снимать. Ну, вон, да, вот счет, короче, на пул на него. Я просто там постою. Протяни назад его и поверни лицом на рейд, да? На рейд. Все, не бейте просто. Все, лицом на рейд. Разбежались. Не туда. Просто им чилим. Надо все в одну, чтобы в одну сторону бежали, что ли? Не, в любом главное, ты разбегись. Разбежались. Главное назад, чтобы не бегали, потому что туда, если крест выходит, чтобы с ним люди не были, они хп боссу порисуют. Метка безликого 6 секунд. Сокрушение вместе будут. Разбежались. Друид, ты вали, бегай. Куда ты бежишь, ёбаный рух? А ты просто вправо-влево выбеги и все. Там главное клей это метку вынести. Разбежались. Сбежались и быстренько. Разбежались. Пары не бейте, кто-то ударил пару. Да там... Кто ударил, где? Нож чекнул. Личный урон врагом. Разбежались. А. Луст молч, выйди. Господи, какие ники пропали. Убьете, мы будем вайпаться. А, Камазик, это ты, я понял. Блять. Не ловите эту залупу, научитесь сейчас, пока элементаль не появился. Он настакает, потом увеличение урона тьмы, нахуй. Он будет шотать вас, эта стрела, нахуй. Мы еще можем выпануться по тупому. Развались. Потом же я босса держу спиной к рейду, правильно? Ну, да. После этого все. Нет, 3 секунды. Это хотя нет. А, нет, ты лицом держишь, что вроде там. Лицом. Разбежались, Елизавета, убегай. Крест. Пока мобы собить будут. Саня, ты на шамане быстрый старт брал?
Разбежались. Ой. Сколько их уже нахуй? Еще 50 секунд ждать. Забей, там еще 50 секунд. Чуть-чуть. 4 вроде есть, вроде 6 должно быть. Там еще 40 секунд. Вот конечно. Мой элем, который появляется в Т4, он бесплатный. Мак, выбегай. Почему, блядь, он отлетает от каста, хуй знает. Ну, типа, он, может, как у него... Ну, сказать, если он как канг за юнит, то все равно считается, типа... Ну, как пет, да, как пет у ханта, как пет у, типа, приста, скорее всего. Не, ну, вообще-то он бесплотный. Жаль. Его не выделить, не убить, ничего не сделать. Мелизона, стопните, не уешьте только. Пары рядом с нами. Вейпер, что ли? Да, получилось. Вроде как последний остался только. Да, 2 секунды всего. Метку, сейчас будет метка. Вон он не появился, я не сразу соединяю. Сейчас сразу не бейте. Балнер, ой, убегаю. Да, не бейте. Не бейте, вообще стопните, дамаг. Побегайте от Балнера. От Тутилара. Ну, Элема, на Тутилара? Да, да, он там. Он появился, немножко его под лицо поставь. Немножко пошевели право-лево, Дуна, вот, чтобы РДД достворил. Ага, все нормально. И все, набираем. Можно бить его, да? Да. Только не сорвите агро, вы только в лужу не бейте. Вне лужи не бейте вообще. А мы тут его. Геру даем, нет? Разбежались. Можете дать, ну. Надо откатить все. Забежались, не лужу не бьем. Ну, в крест. Да, разбежались. Че там крест. С крестом? Крест не. Сука, с рейда выйди, бля, ну. А это приз нахуй вайпанул рейд. И вы еще не отбегаете, блять. Куда убегать-то вообще? Видон, отбегай, в тебя стрела летит, ты видишь? Сбежали все в лужу снова. Сейчас он будет ебашить нахуй. Я пойду в лужу. Разбежались. Сейчас он будет ебашить. Можно убить. Че, хуй, да? Отбежать трудно нахуй. Мозг IQ где нахуй? Так если чё, я отбегал влево. Хел, убегай. Метко выбегай. Уже сокрушение отбежали. От креста убежали, ёбушки-воробушки. Да не ори нахуй. Неохота сидеть здесь 2 часа, блядь. Хули неохота. Видишь, блядь, прист с чата нахуй. Убежались. Поебался нахуй. С крестиком, с рейдом побегал, блядь. Рейд упал нахуй. Чё вы, ну, почему вы левее звезды стоите? Встаньте звезду, блядь, вот здесь нахуй. Там лужа, потому что они стоят в луже ровно. Ну, тут тоже лужа, но... Разбежались. Ебать, ясно. Сейчас Мелизону просто зах... Ясно, нахуй. Сейчас будет второй трай бить. Приз, ты тут, блядь? Чё ты с крестиком не мог с рейда выйти или что? Ай, друида нету, блядь. История, выбегай. Нихуя себе. Всё, минус удачи. Рейд, нахуй. Поздравляю, нахуй. Мои поздравления, ребята. А Кью где, нахуй? Его нет, да? Соляра ждет, нахуй. Где-то что-то челики не заходят на соляру. Каким рейдом соляру не убить, нахуй? Так мы уже 3 часа, блядь, сидим, считай, в этом Ульдуаре. Так разница. У нас РТ 18:00 на сегодня. Так уже час прошел. Да. Или не прошел? Ну, как я и говорил. 40 нет, минут. Час, 40 минут. Серьезно, 40 минут? Да. Даже что-то не помню. Почему на 6-то? Только что соляра одна убита. Блять, там вообще ВК стоит, нахуй. Мордан, блять, успокойся. Да знаешь, что ВК стоит. Блять, что-то я просто. Гоша, защитил. Срез, давайте, откатился. Дайте ему срез, пожалуйста. А что, ребят, так горит. Да зачем все гомонисты, блять? Этот приз, ты тут в Дисе, напиши что-нибудь. Ты крестик увидишь над головой над своей. Ты можешь выйти с ним. В сторону креста. Да, я с ним вышел, за мной рейд побежал. А, только ты вышел, я видел, как ты вышел. Ты побежал вправо, рейд вот тут вот стоял от сокрушения, отбежал. Тебе назад надо бежать. И потом побежал в звезду рядом с рейдом, вот тут и стоял. Вот где, от 10 челиков, ну они все дамаг получали. Тебе вот сюда надо убегать, крест для чего поставил? Вот сюда надо убегать. Люди от сокрушения отбегают лево-право. Туда еще метки поставить, вот тут крест, не забывай. А можно рез?
Это... уже добежать можно было. Риса тебе? Да. Можно рис. Рис кончился. Так, вот рыба. Спасибо. И не ебланьте нахуй на сокрушение. Ну, я говорю, элементаль появился, он настакал эту хуйню. Вы дамаг получаете фатальный, вы умираете. Чё сложного отбежать нахуй? Вы всю фазу, пока этот голем 3 минуты собирается, вы учитесь нахуй. Давайте, блядь, не проебланьте сейчас. Сейчас погоди, там куда-то бегут нас ребята. Ебать. Ну, овергирные тут вообще все автоатакой убивается. Просто отбегайте от стрелы, это ж пиздец. Механика 10 IQ. Наверное тройку 3500 в тройке, наверное, проще взять, чем да, стрелы отбежать. Да? Давай проверим. Хули проверяем, да? Попадем в тройку, да, нам. Сходим, глянем. Блять. Ебаный. Этого казино. Каску, кулачок там. Кулачок? Лапу. Я вижу, что кулачок любишь, да? Завали его. Здесь, блин, противный. Эх. Мерзкий вообще. Типа. Ну, да, он мерзкий. Осуждаю вас. Натуре слизь, нахуй. Жрите, жрите. Давайте уже быстрее, но. Жидкая субстанция, согласен. Да, все тут, все готовы, все разбафаны. Все разбафаны. Рыбу, ну, почти все поели. Кроме двух. Ухуй. Кроме Захана еще уже. Катала тут? Все, это дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Ага. Не врывайтесь, сразу бить. А в чем можно не бить и все. Только а что если поближе вставать? Не достаете со звезды? Разбирались. Ну, 25 метров же надо, да, бить? Ну, не знаю, там... Вы, ну, вы достаете или нет? У меня скилл один не достает, это ветерок, этот пронизывающий ветер, агро скидывать. А, вот так. Разбирались. Ну, можешь, блядь, по, ну, поближе стать, хуй знает. Да сейчас... Все, ну, чуть-чуть. В принципе, хуй знает, мне не критично. Надо... Ну, здесь же далеко стоим, потому что плюха летит. Метку смотрим на себе. Там... Бидон, выйди. Там, понимаешь, разбирались. Если... Если даже его бить, там, не знаю, до 10% довести. Мак, харетом это? Это милики. Пусть бьет, главное, агро не срывай. Молния не бейте. Там... Шаманы. Пары рядом. Разбежались. Шаманы, у вас элементаль молния бьет цепухой. Вы Т4 не стакайте. Вообще не бейте. Нахуй. Черепок не ставь, он ставится ДБМом. Разбирались. Людей, в кого летит черная стрела. Понял. Это как он называется, блядь? Мак, выйди из рейда. Мак, выйди из рейда. Вот и куда побежали все. Побежались. Улетел. Я видел, когда, блядь, доводили до 10%. Элементали убивали. А потом... Челики с меткой стояли, не выбегали, и босс на фул захиливался. Нормально. Ну или ваншотово 10 человек, нахуй, и все, вайм. В бирсу упирались. Разбежались. Заломаныч, выходи. А вы-то куда убегаете? Хотя просто вы не убегаете, вперед сделайте. Все. Вперед хотя просто сделать, чтобы он это... Вышли. Влево-право. Вам проще будет сделать шаг вперед хотя бы, чтобы он убежал от вас быстрее. Все. Разбежались. Да, хороший фильм. Танцы. Танцы на воде. Иллюжин, выходи. Иллюжин, выйди из рейда. Все из рейда и разбежались. Кто-то полетал. Разбежались. Сколько еще шариков? Еще 10 секунд. 10 секунд.
скучный. Разбежались. А чё, Шалфир, сколько в Т5 удал у нас? Всё. 28 вроде. Дунит инвалид, выходи из рейда. Угу. Мастер, аккуратно. Ок, мастер, на тебе сокрушение летит, видишь, ты смотри, куда летит сокрушение. Пока не бейте, стопните дамаг, чтобы на зеленом элементале агро набрали. Он тоже не таунт, если что. Разбежались РДД. Механика не заканчивается на этом. Разбежались. Иллюжн, выйди, Иллюжн, выйди. Вперед, подошли все. Маленько. Пиздец, захильте рейд. Ну что бывает, нахуй. Ну гимн там как-то дальше. Все, пиздец, танка. Да? На хп дайте гимн. Не-не, нормально. Нормально, все. Че ты кусок? Разбежались, ЛДД. Друида можно резнуть. Обратно в лужу. Рави стресс и друида инвалид, да? На тебе, Уджи. Бидон, выходи. Бидон, выходи. И разбежались. Братцы, разбежались, блять, маг. Ну ебушки в роботке. Разбежались. Разбежались. Да, это Дикон был АФК. Метка. Хант, уходи. МП Хант. Я здесь, если нужен. Ага. Давайте, давайте. Сейчас мы добьем Везекса. Че ты ДКшником? Но у меня на сове, наверное, КД. Точно? Или ты ДКшником? Но одну же ульду ходили. Ну, не помню, кем там был. Ну, за ЕП точно совой ходил. Ну да. Разбежались РТД. Сейчас метка будет. Вот метка. Хукмастер, выходи. Хукмастер, выйди из рейда. Направо. Разбежались все. Не кажется ли мне погиб сдох? Хпалу закиньте, да. Иннер. Разбежались. Джейдер, который. По-моему, они не работают. Или ман уже не рисуется. Не рисуется ману. Не рисуется. А, ну все. Да. Живите сейчас этого смешка. Камплю баунти, короче. Уже. Разбежались. Мана рисается только, когда спора убиваешь зеленая лужа. В нее заходишь и рисаешь ману. Что хотел, Сань? Спасибо. О, танковская. Это бич триня. Угу. Эти лес. На протругу пойдет. Куда? Что ты сейчас сказал? Протруга. Ты не знаешь про протруг? Легендарный протруг. Я знаю про протоэнхов. Че, маг, ты все? Че, тебе уходить надо? Не побьешь йогу, что ли? Или не шаришь нам? Прист паладин вы встретишь, надеюсь. Тут изи. Паладин, ты был в комнатах? Минус. Так. А есть у кого-нибудь хламобот или джинс? Есть. Можно? Это зайдите обратно, вот сюда вот на квадратики вот эти встаньте, видите, а то спулят еще, блядь. Поставил. Мидар был в комнатах? Так, ну Хэлла точно был, этот не был. Ну сейчас будешь Мидарк, если... Ну объясни, что делать. Путилар пойдет, так, история пойдет. ВВП Хант пойдет. Урга, Призан. Так, вот еще. Равист. Так, и хил, наверное, какой-то. Так, Лизавета, пойдешь в комнату? Так. Нам тогда хилящихся, вам не хилящихся. Вам протрога.
А, Лизавету закину, остальные все снаружи будут. Вот смотрите, значит. Да. Первая, вторая пати. Это 10 человек идут в комнату. Ты... Подожди тут, блядь. Тут Ваня, оставь себе. Тебя да, надо... Хорошо. Тебя надо в танка, нахуй. Подожди. А, в танка? Да, я пойду, наверное, в ретрике комнату побью, ты снаружи побегаешь. Ну там еще поговоришь, там право, лево, бегите там. На себя метку поставишь. Так, тогда тело какое в комнату взять? То у нас там нормальный. Объясни, как заходить в эту комнату. Кто это спрашивает? Медарк. Я порталы понял, появятся вокруг. Там вообще не разные. Круг босса будет 10 порталов. Первая пати левая сторона 5 порталов. Вторая пати правая сторона 5 порталов. Понятно, да? Когда ты заходишь, когда порталы появились, идет отсчет на минуту времени. Вот за это время тебе надо, ну, секунд за 20 убить в комнате щупальца. Они будут притворяться желтыми мобами, либо манекенами, или драконами, или там три вида комнат есть. Вот там увидишь. Их убиваешь, открывается вход в мозг. В мозг там такой белый будет висеть. Туда заходишь, его бьешь. Вот. До 30%, когда он доведется, будет последняя фаза на боссе. Там увидишь все. А приз знает, что в комнатах делают? Вот во второй пати ты кинул, пугаю. Это Юля, она Юля. Знает. Короче, смотри, история, ты ведешь, ты давай кружок будешь, ты ведешь направо своих челиков, я своих налево веду. У нас в первой пачке все сами хилиться могут, так что имейте в виду, дамагом особо не увлекайтесь, если у вас хп посело, себя подхильте. Ну, шпшник хилится, я себя не уроню. Равис себя подхилишь. Там, звездопад дашь дубовую, если видишь, больше пол хп просел, сразу хилься. Вот. Ну, хант нам там скорость даст, когда все щупальца убьются. Остальные все наверху. Тутилар там автоатаку, знаешь. А самое главное, Катала ты в Дисе и Чирина и Эпофея. Вы не должны бить большие щупальца. Никогда к ним нельзя подходить. И петов хантовских. Никаких петов нельзя натравлять туда. Потому что они шотнут сразу человек 10. Они хлопнут. А мне поедут. Щупальцами что делать? Тебе надо к большому... Твоя единственная задача, пока фаза с мозгом идет. Твоя единственная задача, когда щупальца большое начинает ослабление кастовать, тебе подойти, дать одну тычку автоатаки, этот каст собьется и сразу отпрыгнуть от него. И все. Увидел, он опять кастует и опять эту кухню повторяешь. Так, сейчас я спекнусь, переоденусь. Вот, сейчас будете стоять... Звездочки в кружке. Вот я себе звездочку поставлю. Ну, сейчас я, получается, в центре просто ну, мобов держу. Да, в центре. Их МРДД заливают и все. С таунтом не спеши сначала, ЛПшки кидаешь, чтобы моб не шел. Таунт только когда сорвусь. Окей. Так, игру сниму. И те, кто наверху будет, самое главное... У вас друида нету, у вас только бидон может проклятие диспель. Бидон, смотри, проклятие диспель с людей. Так, что еще? Ну и там три вида дебафа будет. Катала, ты в Дисе, нет? Ну, кажется, что нет. А то он ёбнет большой щупальцем и все сляжем нахуй. Узнать, на МФПМ написал, да. Ладно, проверка и побежим. А мы Вадикона по итогу суманули, нет? Нет. Да, мне нет. Даже пати не дали. В смысле, суманули. Винш, нахуй. Ну, сверху побегаешь, мы там в комнату набрались. Друитин валит, ты в сове. Да, в сове, ага. Ну, присмонишься рыбу в еби и пойдем. Это, сейчас самое главное, облачка не активировать, иначе хуёво будет. Тебе сумон пришел? А вот все. Ясно, нахуй. О, виноват. Близко подошел. Пошли, стоим в звезде, двигаемся со звездой. Тотемы не ставьте, возможно, переставлять придется. Двигаемся, чтобы туча не догнала нас.
тучу не встаньте. Ну кто этот мудак, нахуй? Катало. Две тучи сразу. Дебил, блядь. Блядь, у меня жопа горит с такой хуеты, нахуй. Эй, нахуй, пиздец, блядь. Это, бегайте там самостоятельно, я пойду помогу, блядь. Вот я каз сбил хотя бы. Левее бежим, сразу уже быстрее. Ты хули туда пришел, Урги? Ты за своим хп умеешь Мабу смотреть? Убил в центре. Ну, бля, я и смотрю, а нахуй ты, ну, отбегать не умеешь? Дурит инвалид резся его. Все, блядь, в пизду нахуй. Тихо, Слава, не я тебе. Зачем? О! А как там моб вылез? Да-да-да, Равист. Бежим. Ему похуй, главное, я ему написал Диси, поебать. Как было похуй, так и похуй. Захиливаемся. Да, катала, конечно, нахуй. У меня... А, забагалась. Кто его в гильдию взял, нахуй? Вован мутим, блядь. Да вот что вы, нет? Щупальца разъебываем. В первую очередь маленькие. РДД большое сразу прилетит. Милики к большим не подходят, да? РДД позиция ваша. Между двумя щупальцами. Когда вот такая вот позиция, ваша РДД позиция вот здесь, где звезда пробегает. И вы мультидотаете, и то, и то. Милики бьют только маленькие два вида. Большие милики не трогают, там только... Танк подбегает. Зеленый. Красный луч. Сбежаться. Удушающий. Удушающий разобьют, не очкуй. Бегайте вместе. Бегайте вместе. Кастуют? От луча отойдите. История, блядь. Сейчас новые появятся. Значит, смотрите. С другой стороны маленькая милики. Напоминаю, первая пати. От черепка отойдите. От лучей отходите. На щупальце бегите, в стороне кружки щупальца маленькая и удушающая. Сюда быстрее бейте. Красные лучи светите. Первая пати налево. Левые порталы от пасти босса. Лево и право делим. Идем в порталы. Большое щупальце. Приду набить. Блять, рот ебал нахуй. Сука, топовый заход нахуй. Лучше. Быстрее, задние бьем. Все, я... Удушающий, сбейте, удушающий. Подхильте. Стоп, не дамаг, сильно так не просаживайся. Бежим быстрее, а в босс. Скорость бега. Большое щупальце убивайте. Так а че его лог забанил нахуй? Блять, он не забанил лог, блять. Это когда мозг убивает щупальца, все в мозге, блять. Оно в бан само кидается. Мы не успеем, нахуй. Где дамаг ваш? Где Мидарк вообще? Мидарк! Я не видел портал. А что ты, сука, вокруг босса не можешь побегать? На выход идем. На порталы на выход идите. Вот сейчас ты вокруг босса не видишь портала 10-го, в который ты не зашел, блядь? Вот слева там, да. Или пока. Что, или как, блядь? Отойдите от большого сейчас. Большое бейте, РДД вышли, помогли убить большое. Мидарк, блядь, пиздец, давай включай мозг. Так смотри. Я его не увидел. Так его ты, не включать надо. Ты беги вокруг босса. Смотри, вот у тебя есть левая или правая сторона, ты сразу настройся и смотри, люди занимают приблизительное место портала, поэтому выбери свободное место и там жди свой портал. Пошли, первая, вторая пати уже вокруг босса встали. Красные. Беги ко мне, беги скорее ко мне. Красные, сбегитесь нахуй. Бегу. Быстро зашли порталы. А я не могу получать за этих? Заходи, ты можешь. Схуяли ты не можешь, блядь. Вот, сходи, бежим туда, бегим туда. Все, заходи. Ничто не может помешать зайти в портал. Большое бейте. Отошли меня, хоть щупальца большого. Меня вообще выталкивают. Красные, избегаемся. Мало хп, стопаешь дамаг, ждешь, пока захилят. Так я вот поэтому и прошу. Тут хил есть еще с вами. Еще один портал открыть, кто-то не зашел. Ну, блять, я знаю, кто не зашел, нахуй. Я говорю, меня... я захожу. Почему один пол один, блядь, только? Ну, где ты? Я не вижу тебя. Великий. Ладно, убили. Давайте на мужика бьем. Где история? Я сморжен был. Чё, на мужика набиваем? На 30 секунд. Разлагающие. Чё на мужика? В порталы выходим. Да выкинет самих. Ну и в портал проще нажать. Большое щупальце добили. То это спиной к боссу встаем. Сейчас метку поставлю для рейда. Спиной.
спиной. В кружке примерно позиционируем. Добили большое. РДДшники. Повернулись, добили, потом босса добьем. Ёбаный опять, что я нахуй скачал? Пиздоблядия какая-то нахуй. Отвернулись. Вот что ты скачал? Апекс скачал, 5 киллов сделал, нахуй. Балнор, нахуй, стой спиной, нахуй. Спиной стою, ну. И, блин, 39 здравомыслия, ты где его так проебал? На это на сложности мысли. Далеко стоим с хантом. Спиной, спиной. Милики, это, бейте. И не смотрите, смотрите, не сорвите агро этого. Спиной. Можете... А, Герка, да? Так, у кого там третья сейчас? У меня. Это есть мастер ауру? Есть, конечно. Наказ дашь сейчас на этот оглушающий. Ты мне скажи, я немножко этот... Пробуйся. Готовься. Я тебе скажу. Давай. О, вернулись. Да. Освобождаю ауру. Освободил, забирай. Все, я забрал. На следующий дам. Я темную взял. К спиной. Экранка снит, когда адекватности мало. Да. Да, да. Адекватности. Да и победную массакру. Он пинается, как дракон. Чё, парирует задница тебя? Да, он пинается. Пинается? Ну, по факту у него хвосты... Ну, отрёстки же везде находятся. У него же, типа... Опа, два дракона. Уминарк проебался, да? Да, есть такое. Не выпал кусок? Выпал. Выпал? В смысле? Какой кусок? Так. Ну, этот... Лечим, ну, осколок, осколок. Я не видел, чтобы он не выпадал с Йога. Не, он с Йоксарона и с этого с Алгалона 100%. Куда ты пошел? Вести тебе теперь, да. Сейчас мне надо будет на перса зайти, чтобы дверь открывать. Вань, разруль сразу шапку. Кого-то не помню, на каком у меня ключ. Зачем тебе шапка? А, на руку. Так ты же на руку не играешь, что ли? Тут сразу настраивайтесь на много-много хилов. Мидар, у тебя есть ДЦшник? Юля трейд? Нет, у него ДЦшника. Не, он есть, но такой себе. Такой себе, это что, СПД мало ничего? Ну да. Ну, типа у меня тупо 4Т4, и все. Уже норм. Зря ты сказал, очень зря. Похер вообще. Так, ну танки, значит, я тут тела, кто еще? Да, же. А кто еще может танком нахуй? Так и зовут, если просить только заводить. Урги есть танк? No. Нет, да? Вары танки не существуют, сори. В смысле не существует? Ну-ка заходи быстро, вар танкуй. Так. Да не, нормально, босса подержать хватит. Где вы пикаете? Так. Хочешь, я варом зайду? А, есть да. Дживс? Ты не сидишь на пале, блядь. На. А, блядь, сейчас. Мне кажется, блядь, Йоксароне стоит. Мне больше по хилам беспокоит. Ни одной шмотки на распыл не выиграл, блядь. Так, так. История дамбы Релла, пока зайду на этого открывать. Нормально все будет, не боюсь. Ваня, чё это не личку? А я, она что-то не откроется мне. А, козёл, блядь. Если ты мне хочешь шапку дать, мне шапка не нужна. А я не отдам. Я понял. Так, плащик мне остается. А ты говно, ну блядь. Я за всю ульту ни одну шмотку на распыл не забрал, блядь. Ну ёбаный. А чё у меня не открывается личка? Ла-ла-ла. Может, ты Вим выключил?
Я не